заехал в Neighborhood райончик, забрал машину, Nissan Juke. Ну тут было место выехать, в принципе, на развороте, поэтому нормально. А так бывает, можно заехать и не выехать, но у меня еще такого не было, я вроде смотрю, что можно было проехать, всегда спрашиваю. Взяли в Южной Каролине первую машину, сейчас еще две, и поехали на Чикаго. Еще приехал я за машинкой Альфа Ромео. SUV-шка. Ни разу такое не видел, сейчас посмотрим, что это. Стелла. Вот такую машинку я заберу. Здесь можно попить кофе. Альфа Ромео, Мазерати. Тоже SUV Мазерати. Возьмем Синнабон кофе. Попробуем. Короче, забираю вот эту вот машинку. Это Stelvio Alfa Romeo Q4. Красный салон у нее. Мощная тачка. А что где? Вот. Да. Все автоматическое. Все в автомате. В принципе, достаточно много места сзади. В багажнике. Закрываем. Красненькая, новенькая, нулевая. С салона. Ну, внутри, как она видится, вот такая вот коробка передач. Все электронное, это экранчик. Экранчик электронный. Удобно сидеть. Снова я в Шарлотте на аукционе Одесса. И вот эту машинку мне нужно будет забрать. Toyota Sienna. Такая большая, 17-го года. Так, надеюсь, отгонять ничего не надо. Нет, здесь можно выехать, я думаю. Огромная тачка. Семейный универсал. Места очень много. Надеюсь, заведется. Сейчас мне надо сделать рокировочку вот этого Ниссана, которого первого забрал, опять мне скатить. Его последний поставить, потому что его первого на выгрузку, чтобы потом ни рокировки не делать. И загоню вот эту вот Toyota Sienna. Огромная машина. Семейный минивэн. 17-го года. Ну все, загрузился. Эта партия выглядит вот таким вот образом. Альфа Ромео 2020 года. Новенькая Toyota Sienna 2017 года. Пробег, по-моему, 30. И Juke Nissan 2011 года. Едем в Иллинойс, Чикаго. Чикаго. О, загрузил транспортер. Транзит, точнее, Ford Transit. Вот, назад. Сзади. Вчера забрал. Было темно. Точнее, не темно, уже торопился сильно. Забрал вот этого вот пикапа. Собрали 350. 3500. Такой же, как у меня, тоже дули. Но здоровый. Короче, везу здоровые машины. На юга обычно. С севера берут здоровые машины. Вот так вот это выглядит. И еще посередине встанет еще одна машинка. Сейчас за ней поеду. Это такая вот движуха. Так, стоп. Пайлот. Утро. Где-то от Техаса. Вчера приехал под утро, все было занято, потихоньку подождал, вроде одно место освободилось. Здесь стояла машина, впереди стояли машины, не просто было запарковаться, я запарковался задом.
маленькую дырочку залез. Здесь вот прям вообще хранище вливает землю. Но по-другому никак. Вот видите, даже длиннее получается у меня машина. Ну так же, как с машиной. Длиннее так же получается. У меня даже немножко там выступает машина. Что тут душ, как номер в гостинице. Первый раз такой огромный вижу. Вот так вот. Это бесплатно. На каждом так столько, если заправляемся на заправках на этих.